Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил протокол, предусматривающий взаимные поездки граждан Азербайджана и Турции по внутренним паспортам. Протокол был подписан 10 декабря 2020 года. Согласно документу, граждане Азербайджана и Турции смогут пересекать границу двух стран с удостоверениями личности. Азербайджан и Турция ранее решили вопрос о взаимных безвизовых путешествиях для туристов двух стран сроком на 90 дней, который вступил в силу с 13 августа 2020 года. Отметим, что Турция уже наладила взаимные путешествия по внутренним паспортам с Грузией и Украиной.